Так, ну сейчас посмотрим. Контровая, Коля. 2-2, сейчас по партии. Не время победить опять молодость. Вводим для контроля. Сейчас я тебе покажу. Придется бить опять в прыжке. Мимо в этот раз. Подумал, хорошо. Мне кажется, ты плохо подумал, Коля. 1-0, 2 поза. Знаешь, запись для истории. Если я проиграю, то я, конечно, ее сотру. А если я выиграю, распространю в интернете. Сейчас будет страшно. Я знал, что это будет сильно заметно. 1-1 уже. Надышится полегче. Попробуем выпить. Мимо. Причине видеозаписи, наверное. Так, вот уже. Ладим. Что же она зашла? Пока. Тренироваться надо. Размяться перед вами. 2-2. Коля. Да, ну ладно. Будем опять в прыжке пробовать, Коля. В прыжке получилось бездарно. Давай, добивай его. Счет уже такой, который начинает потеть, Коля. 2-2. Похоже, не один я потею. Ну, я думаю, пройдет. Я думаю, что она пройдет. Так, прошел. Жалко. А то бы 6-2 было. 5-2 тоже ничего. Ну-ка дай-ка я поставлю камеру на место. Вот так. 7-4. Накал, борьбы, водород. Неимоверно. И ты бы сидел бы, а сейчас уже ты чемпион. 7-5. Сейчас я вспотею по-настоящему. 7-5, граждане. Это вам не 7-4. С учетом, что вчера было все время 7-7 у нас. Я не... 7. Раз. Ну и вас. 7-6.
Неужели будет 7-7? Ох, Коля, похоже, что 7-7 не будет сегодня. Похоже, что предстоит... Дай посмотреть. Одной рукой. Все. Ура! С победой у нас! В смысле меня. Контровая. Вот он победитель, вот он не победитель. Ну ничего. Сколько еще лет впереди, сколько еще, я думаю, будет.